Добрый день, друзья, дорогие зрители. Вы на канале «Переезд на юг без денег». Ну, я добрался, все хорошо. Доехали мы. Вот. Так что смотрите видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы всегда вам рады. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого дна, головой склоняясь до самого дна, а через дорогу так же одиноко дуб стоит высокий, как бы мне рябине к дубу перебраться. Я тонкими листами я к нему прижалась, и с его листами и ночка шепталась, и с его но нельзя рябине к дубу перебраться, знать, судьба такая, не к одной качаться, знать, судьба стоит. Вот такая рыбка у нас ловится здесь на прудах. Называется толстолоб. Еще живая вот. А ротики открывает, шевелится. Двигается еще вся. Вот мы привезли грушу с Архангельска, которая у нас в Архангельске росла, которая постоянно зимой замерзала. Все, что из снега торчало, отмерзало. Ну, сейчас, надеюсь, она у нас приживется. Ну и вот еще привезли мы кизил, который никак там не рос, не хотел расти. Также замерзал постоянно в снегу. Ну, надеемся, сейчас у нас прирастет, приживется и кизил, и груша. А то было жалко бросать, оно погибнет, замерзнет. Тем более, этой зимой никто ее снегом укрывать не будет. Ну, а здесь уже будет она расти сама. Вот мы доехали, прицеп уже разгрузили полностью. Осталась вот только одна арматура. Вот.
Вот еще диски лежат от циркулярки. Вот осталось немножечко еще. Погода хорошая. Все еще зеленая тут. Листья везде зеленые. Зелень такая вот. Погода теплая. 22 градуса тепла где-то. Вот. Вот. Куры сбежали с курятника. Надо загонять. Обратно будет. Ну, так помаленьку, потихонечку сейчас будем делать все дела. Кролики тут наши. Вот. Красавцы, да? Вот все гуляют. Где хотят, сбежали все. Вот такой у нас тут урожай я пришел. Обалдеть. Все зелено. Салат растет, редиска. Вот такая. Ой. Ой, редисочка. А, выросла. И редисочка выросла, и укропчик. Да, он лучок немножко мелкий, правда. Ну, так все, помаленечку, потихонечку. Душа радуется югу. Тепло, хорошо, все еще растет здесь. Вот привезли мы еще вот таких саженцев. Ну, не саженцев, точнее сказать, черенков от смородины. Хотим здесь посадить своя смородина, чтобы была здесь еще вот, которая у нас на севере растет. У нас там очень хорошая смородина росла. Вот уже диван собрали, который привезли с юга, ой, с севера, с собой сегодня. Вот мы уже его сегодня собрали. Разгрузили большую часть вещей. Теперь в доме у нас бедлам. Вот такая красота теперь в доме у нас. Все можно разбирать, убирать, прибирать. Вещей очень много. На столе такая куча. Цветочки мои приехали. Мой любимый кактус. Весь затрепался в дороге. Опора кактус. Еще кактус. Веточки смородины, киви. На, босяк. Вот, привезли грушу. Такая вот уже большая груша. Вот будем ее садить. И кустик кизила. Вот так вот. Вот позрел у нас урожай. Редисочка уже вот такая крупная. Салатик сегодня пойдет. Вот, и салатик уже хороший такой. И укропчик. Вот, среди осени такая у нас вкуснотень. Добрый день, друзья! Меня зовут Галина. И у меня есть канал, который называется «Немного обо всем Галина».
На канале я рассказываю о том, что я живу одна в небольшом городке, в своем доме. Показываю на канале о том, как я веду хозяйство, занимаюсь огородом, как я умею отдыхать и как я умею работать. Летом ко мне приезжает моя внучка Даша, которая помогает мне с развитием канала. Приглашаю вас на свой канал. И надеюсь, вам понравится, и вы останетесь вместе со мной. Заходите, смотрите и подписывайтесь.